Ну и так, значит, я тут за кадром я, короче, побегал, очень серьезно побегал. Побегал тут, ищущий знамения каких-то бил, в Айнскере, пытался накопить денег. Ну, как видно, что денег накопить не удалось. Гарнизон постоянно растет, улучшается. Отряд тоже растет, улучшается. Ну и значит, надо обновлять постоянно. И денег я только собираю, чтобы только расплатиться быстренько, чтобы не залезть в долги. Значит, разбил перед этим он банду этих сингалийских рейдеров, тоже таких вот сингалийцев, тоже 200 с чем-то человек. Набил там 30 пленных, собрал, вот, там расплатился, вот у меня осталось 14, буквально 18 надо платить за гарнизон и за отряд. И, значит, теперь буду нападать на этих сингалийцев. Ну, ничего не остается, я же говорю. И я не знаю даже, как я буду дальше расти. Проблемы роста, короче, есть, и не знаю. В Яносе произошло восстание гладиаторов. Сбежала, убивая всех на своем пути. Ну да, да, хватит уже. Я вот это наслушался, ты все вот это одно и то же. Мелешь, мелешь. Ну, значит, конница у нас будет верхом. И сразу атаковать. Когти наши, значит, спешатся. И тоже сразу начнут атаковать. Пехота начнет атаковать. Вот лучнички, наверное, рассредоточатся немного. И буду стоять. Да, что еще? Я, короче, попробовал вот эту вот кувалду. И мне понравилось. Я у меня взял сбалансированную кувалду. Забрал у кого-то, по-моему, у сэра Джоселина. Я ему дал простую кувалду. Ну, короче, мне понравилось этой фигню махать. И я, короче, кочергу заменил вот этим вот этой кувалдой. Вообще вещь классная. Минус пушки бьют, конечно. Но это пока. Пока. Я, конечно, зря вот это вылез. Мне надо было это самое. Ух ты. Ты, вот это я попал. Получи и распишись. Все, забили. Твою мать, вот это вот неожиданность. В прошлый раз я так отлично этой кувалдой я поработал. Но я, правда, в прошлый раз не дурканул. Я их садил с лошадей. И там за лошадями все остались. И, короче, они к лошадям подскакивали. И тут их, короче, мы месили за этими лошадями прям. Прекрасно. Сейчас что-то не очень получается. Мы, короче, лучников посылаем атаковать. Потому что сейчас эта конница их не забьет опять. Сделаем урок через голову. Нет, два корка, наверное, сделаем. Значит, это пока кавалерия еще просто не вошла в бой. Сейчас кавалерия войдет и решит эту проблему. Листки пошли. Они опять побежали. Но. Пока они смотрят саблями своими. Зато по своему, как это вот ныканью, этому ныканью, я, короче, установил. Значит, из наемников самый лучший наемник, это, короче, наемный всадник, даже не сержант, а наемный всадник. А из пендерских, у пендеров есть хорошая тоже пехота, пендерский воитель, с мечом хорошие такие. Значит, вроде кажется страшно, но это не страшно. На самом деле. Вот сейчас они будут стоять за лошадями, придут сразу. Ладно, сразу. И все, эти только подъезжали, они их месяц расстреливают, убивают и все.
Правда, в прошлый раз мне хорошо помогали наемные кавалеристы, ну и я со своей кувалдой, и лучники тоже. Мне еще не удалось ни одну эту прокачать, ни одной какой воительницы, чтобы сделать из нее рыцаря. Рыцари там у меня накапливаются, так же как и когти. Когти я накапливаю, не беру с собой, потому что они дорогие. Ну вот, 71, убито 27, ранено 44. У них убито 80, ранено 12. Сбежало 1. Ну, 127 против их 16. Атаковать всеми силами. И мы, короче, так и сделаем, что куницу посадим верхом. Когтей сейчас мы спешим, лучничка. Ага. Держать позицию. Все. Ну, сейчас они появятся за горки. И мы тут им, короче, влепим сейчас. Ковать не будем уже. Ага, вот, и сейчас мы куницу, значит, пошлем атаковать. Что я разбил? Что за деревьями? Нет, надо все просто. Создаем оборонительные сооружения из коней вперед. И вот там тут крутится, а мы тут их раз пытаются и перебили. И вон бегут их не эти. Каких-то. Сейчас их просто перебьют, перестреляют. Я не буду вылазить далеко, потому что ну, нет у меня зачем вылазить. Ну зря сделали. Ну вот они тут стоят, короче, и себе постреливают прекрасно. Ну конница там может понесет какие-то потери. Ощутимые. На самом деле вот так вот все кончается. У нас трое убито, 5 ранено. Стоят с этих своих пулялок, пуляют и все. Вот он приехал. Сейчас я ему получил. Садники. Вот. Если прокачал, короче, это древковое до 200, то я думаю, что это будет вообще
хотя бы 300. Конечно, надо больше, до 400 качать, но... Копейщики, мы, наверное, отзовем конницу. Ага. Вот сюда держать позицию. Чтобы они просто не погибали дурно, да и все. Сейчас появятся копейщики. Вот здесь конница будет держать позицию. Угу. Сейчас этих копейщиков половину перестреляют по дороге. Копейщики, когда к ним близко подходишь, они абсолютно беззащитны. На расстоянии что-то не сделать. А, как ты к нему близко подошел, он уже... Ну и вот мы, короче, у нас 10 человек. Ранено, их у них 10. Продолжить. Ну и атаковать. Опять все то же самое. Значит, мы конницу посадим вверху. О, не. Когти у нас спешатся. Лучники тоже спешатся. Пехота тоже спешится. Вот так вот. Ну то все. Они там бегут где-то. Лучники. Держать позицию сюда. Нечего будет стоять. Вот и все. Сейчас они появятся и перебьем. Даже, может, и конницу не будем задействовать. Конница. Вот тут держать позицию. Зачем эти копейщики? Пишу, побили конницу. И так сейчас перебьем. Все, они пока сейчас доберут. Прекрасно. И сколько же мы взяли пленных? Красивых, здоровенных. Ну, пленных у нас 25 человек, наверное. Ну, это, конечно, разведчица, кавалеристка. Кавалеристка, искательница приключений. Я еще не могу прокачать ни одну эту самую. Наемный мечник, наемный скаут. Пендерский мечник. Будем делать этих самых. Так, Горец Равенстерна, воитель. Что там у нас еще? Крестьянка. Новобранец ополчения. Крестьянин. Кавалеристка. Наемный воин. Горец Равенстерна отпустим. Возьмем рейнджера. И смотрителя. Ну еще, может, кого-то отпустим, я не знаю, чтобы взять гвардейцев.
гвардейцы. Гвардейцы хорошие ребята, а некого отпускать. Вот пендерский воитель. Вот этот парень, я же говорю, вот это будет так. Вот управление инвентарем, и мы здесь, значит, короче, наберем сейчас инвентаря, это ихнего потертого, помятого, треснутого, ржавого, старого, хромого, изношенного, отличного, хромого лука, ржавого и все остального, короче, вот этого. Все, назад. Уйти. И может быть уже на эту, на этот период мы заработаем, значит, на это самое, на то, чтобы крестьянин, пендерский новобранец, крестьянка дозорная, новобранец ополчения, пендерский новобранец, наемный воин, наемный мечник. Ну и все, отправляемся, значит, в замок, где оставим кусок своего отряда. А дальше в Сингал расплачиваться, что продавать пленных и готовы к повышению развития. Кавалеристка, воин, мечник, скаут, новобранец. Пендерский новобранец, наемный мечник, дозорная стражница, пендерский новобранец. Можем сделать пендерского ополченца. Это уже будут у нас мечники, которые будут, ну, а что ж делать. Див Воденсен, поговорить с тобой, Див. В ваших навыках, и у вас будет 23 силы, и у вас будет сильный удар. А ему надо не 2, да. И стрельба из лука. Готово и не важно. Да. Ну так вот. Денег не удается скопить никак. Это еще сейчас не грабят деревню. Я ж заключил мир с это самое. Ну, Сальон мне предложил заключить мир, я заключил. Я не знаю, вошло ли это в видео прошлое, не помню. Значит, а что у нас здесь? Здесь у нас тут вообще черт знает что. Имперский всадник. Ага, смотритель, рейнджер, милитанский, равенстерский воитель, равенстерский гвардеец, вековийский королевский стрелок, дрейк дракона. Смертный. Ну, здесь имперский всадник мы возьмем. Наемного сержанта возьмем. А, где там тут пендерский воитель? У нас был где-то. Рейнджер, валькирия, разведчик, наемный скаут. Налетчик, пендерский воитель. Да, отдадим его. Пендерского мечника оставим, потому что, ну, если они здесь обновляются, то не хотелось бы, чтобы. А, виверны рассвета. Угу. Метенхаймских тоже отдадим. Рыцарь-отступник, имперский рыцарь. Наемный воин, пендерский дозорная. Стражница, пендерский, имперский наемный сержант. Что там у нас еще где-то был? Кавалеристка. Забираем. Воин Вайнскерри забираем. Пендерский новобранцев забираем. Искательница приключений. Тоже заберем ее. Равенстерского всадника заберем. Наемных всадников вот не тоже заберем. Не отдадим. Даже не знаю, что с ними тут делать. Да ладно, пусть будут. Того 600 человек в замке. Я же говорю, что приходится выворачиваться, чтобы как-то.
Ну, чтобы как-то это самое оплатить это все, приходится выворачиваться. Да, с деньгами здесь плохо, туго. Наверное, если воевать, то это объявить кому-то войну, захватывать пленных, что-то грабить там. Конечно, ну, может было полегче. Но так, в общем, не знаю, кому я могу объявить войну тут. Они тут, наверное, сразу обрадуются, когда я им войну объявлю. Прибегут меня убивать. Ну, а вот за этими гоняться за мелкими всякими, это бесполезно. Это, так, заинтересовать сингалийские всадники, копейщики, соблазнительница. Ну, вот я набрал уже, что там останется дозорное. Хорошо, я вас возьму на торговую площадь. Тут 1800 у них. Сейчас я вот это вот, шляпы эти все. Ага, да давайте сколько есть. Их торговца разными товарами. А я, значит, куплю тут разных товаров у него, у этого торговца. Ага. Я вот это ему продам вот эти. Все, назад. Ну так вот. Вот это у нас наш такой отряд тут будет. Так, значит, равенстернский садник выше. Наемный сержант. Сержантов я больше не буду прокачивать. Бесполезные. Дорогие твари и бесполезные. Вот 114 копеек он стоит. Но он вообще никакой. Убивают их как мух. Какой смысл у них их прокачивать, если я могу, значит, это самое. Прокачать он до наемного воина, до наемного всадника, который стоит он 85 копеек. У него есть меч, у него есть копье, и он прекрасно воюет. Все. Выше, 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 равенстернский рыцарь. Выше, 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 выше. Выше всех этих рыцарей. Рыцари, рыцари. Все туда, рыцари. Ну, конечно, на самом деле все эти рыцари, конечно, не это самое. Ни в одной стране не было столько рыцарей, конечно, как в играх. Рыцарь это сословное понятие было. Поэтому, ну, не может быть рыцарей больше, чем крестьян, по сути говоря. Угу. Воин в Эмскере. Мы отправим туда еще вверх. А искательницу приключений мы отправим вниз. Сюда вот. А где наши эти самые? А, вот рейнджеры, кавалеристки. Ну, это вот такая вот ударненькая группа, которая будет. Рейнджеры, кавалеристки и всадники. Ну и вот, значит, у нас сейчас 154 человека живых под ружьем. Ну и надо искать опять кого-то убивать. Тут больше не без вариантов. Все, без вариантов. Вот так вот. Не знаю, я, конечно, не уверен и не могу утверждать, но я думаю, что пока что меня оставили в покое, может, это временное явление, а может, из-за того, что у меня в замке такой сидит этот самый, как его, ну, у меня уже и при это самая известность, 1500, это тоже немало ли. Ну, посмотрим. На самом деле, я же говорю, о, вот, девственница, похититель, девственница, похититель. Ну, тут болтается куча всяких этих войск, тут я какие-то митенхаймские, тут какая-то армия этих болталась, как его называют, демонов. Потом тут еще какие-то рыцари, тут эти бешеные или какие они там, значит, такие. Похитители, похитили и убегают. Опа, опять кого-то похитили. Собаки. Похитители. Девственниц. Ну а что делать? Придется убивать. Нам деваться некуда. А Дешар на самом деле захватил уже два города в этих самых. У Ферцвейна. Вот
этот Винхольм и там второй повыше. Так, значит, ну здесь мы не будем ничего выдумывать, здесь, значит, конница. Ну там не конница, а всех мы здесь сейчас пошлем атаковать. Вот они тут на ходу конницу посадим верхом. А какие мы сейчас садим? На палке, которая называется кувалда или как она называется. Называется. Не знаю, ну это камень привязанных палки. По сути, должен верить своим глазам, да? Убивают, убивают всех подряд, убивают. Ну, короче, проблема тут в этом моде только в деньгах. Мне не нравится вот эта вот музыка, когда надо думать о деньгах в войне. Не воевать не надо. Тот, кто воюет, он должен получать деньги, значит, контрибуции, грабить, там, отбирать, но я не знаю. Ну, что-нибудь, но не это самое. Не бегать там, копейка до копейки считать, содержать армию. Армия должна жить за счет там, я не знаю, чего. Воинской добычи. А не за счет выигрыша в это самое. Как его? В этих. В турнирах. В турнирах. В турнирах. Ага. А вот ополченцев сделаем. Всех. Пендерские ополченцы, вот два пендерских пехотинца уже будет. Угу. Ну так вот. Крестьянин, крестьянка. Вот тут у нас есть смотритель. Ну посмотрим, но я сейчас их, наверное, выкину. Это, да? Ну охотник за головами ясно, что я ставлю. Потому что эти самые. А вот смотритель я не знаю, что это за зверь. А шериф какой. А то, ну, посмотрим, что это за зверюга такой. Смотритель. Ну, на самом деле, наверное, рейнджеры только, а остальное это какая-то мусор какой-то. Только деньги платит за них. Хансен приходит на 19 уровень. Так незаметно, незаметно, Хансен так. На ваших навыках, Хансен. Вот тебе 17 силы. Ну, тебе можем добавить атлетики. А, или грабителя. Или сильный удар. Нет. Добавим тебе сильный удар. Ну то, Ганса. Наемных всадников. Сражница будет, воительница, наемный мечник, наемный скаут. Пендерский пехотинец. Ну тогда я не знаю, смотрите ли этот. Охотник за головами — это будет рейнджер. Городской ополченец — это будет охотник за головами. А что такое смотритель? Наверное, просто какой-то валенок с мечом. Пошлем его вверх и посмотрим, что с него будет. Ну, по-моему, я уже прокачивал их, и, по-моему, они меня абсолютно не удовлетворили никак. Рейнджеры — это хорошо, я же говорю, я их присоединил к когтям. Прекрасные такие себе лучники средние, ну, такие не, лучники хреновые, ну, толпой они могут, короче, что-то сделать. Вот тут у нас толстяк Боржи, и у меня тут есть пленники, целый Магнус. О, у меня тут целых три поклонника, и заклинатель еще есть за 700 копеек. Ну, то мы уже в плюс выходим. Так, а что ты нам, Боже, можешь рассказать? Ага, ну что за возможности? Флибустеры королевы Анус. Нет, у меня нет места, я не хочу даже. Это такой мусор. Вот вековийская охотница на людей. Торговая площадь, я не знаю. Я, может, взял бы эту вековийскую охотницу. Ну. Отличный, дробящий стальной палец. Ну это, наверное, будет последний полекс, который я беру. Отличный, дробящий. Потому что, в общем-то, они уже нафиг не нужны. По-моему, всех, кому надо, они уже есть. Такие отличные, дробящие. И дробящие, отличные, всякие. И много. Вот еще есть. Шабаш. Сейчас пошабашим.
Лихатый Крам, он за это время уже третий или четвертый раз переходит. Ну ты даже за кадром играл. Опять он, Лихатый Крам, по приказу был обвинен в измене, лишен владения. Говорят, что он дольется в знания, дышат. Они его постоянно обвиняют, выгоняют, он туда-сюда бегает, бедный. Я не могу с этими Крамом. Несчастный. Приходи ко мне, я тебе деревню дам. А может, надо с ним поговорить, с этим Крамом? Может, он ждет, когда я его позову. Вот, там, по-моему, змеюки какие-то лазят, да? Или бандиты лесные, или змеюки. Там зеленая мелькала. Но этих я не догоню. Эти... У них 3-4, а у меня 3. Ну где? Что я догоню? О, вот этих может догоню. Ну, в общем-то... Надо. За каждым надо бегать. Отряд. Что там у меня? Это самое. Наемный скаут, наемный всадник. Воительница, разведчица, стражница. Воительница, наемный местник, наемный скаут. И все то же самое. Пендерский пехотинец. Крестьянин. Пендерский новобранец. Крестьянка. Дозорная. Городской ополченник, охотник за головами. Новобранец. Пендерский новобранец. Охотник за головами, это будет рейнджер. Все, хорошо. Ну и поедем там. Побегаем за этими самыми. Может, набьем кому-нибудь тут. Вот, в Голландбрее взяли. Я же говорю, что Дешар, вон, забрали уже половину этого Фельдсвейна. Я сижу в середине Дешара. Ну, тут постоянно высаживаются какие-то тут вековийские, то митенхаймские около этого Валенбрея. Где-то они тут есть, их надо искать. Бегают, ищут, выискивают что-то, но не... Так, Фельдсвейны приняли мирное соглашение. Ну, дошло до них. Вон, вон кто-то. Вон, рыцарь-решатель. 27 рыцарей. Расцвета. У них есть рыцарь-ступник черного сердца трое. Сквайры, три сквайра. Разбойник отъявленный. И вор. Членов у них нету. У них есть 13 рыцарей, 9 вивернов. Да я не думаю, что с ними связываться. Я просто не хочу, потому что я хочу с ними помириться, но у меня не получается. Я думаю, что я нашел способ с ними помириться, просто надо время. Ну а где все эти банды, которые тут бродили? Тут какие-то такие... Вековийская банда какая-то тут бродила. Наверное, а вот лорд Сирион, красный топор и митенхаймские силы. А ну-ка, сейчас мы эти митенхаймские силы, может, развалим с лордом Сироном, если он выдержит. О, вот, а тут их. Усил всего 196 пленников. Ну, а шо, пленных у меня не будет. Лезть на эти митенхаймские силы. Ну не знаю, да и не, наверное, не буду. И не хочу я с митенхаймскими этими силами портить отношения. Потому что, ну, мне надо на кого-то будет опереться. Потому что, как сказать, я должен как-то развиваться, а я не понимаю, как я должен развиваться. Вот у меня есть замок, я могу в этом замке накопить какое-то количество войск, но я не могу на них заработать денег. Чтобы это самое... Просто не могу, потому что... То, чтобы ну, развиваться, мне надо увеличивать гарнизон, мне надо накапливать гарнизон, чтобы я мог на кого-то напасть или там что-то где-то с кем-то воевать. А так получается, что я бегаю, ну не трогают меня, и слава богу, если я бегаю, там набрал 600 человек в замке, и шо, и тут бьюсь головой в стенку, как же их теперь прокормить? Ну, в чем проблема? Поэтому я же говорю, что
Не, ну мод не сбалансирован, это 100%. Ну это на мое мнение, конечно, я. Тут, я же говорю, мало отрядов. Нету хорошего такого, ну, такие более-менее все-таки есть эти наемники какие-то, вот тут пендерские, что-то можно, какую-то такую армию, средненькую, но собирать. Конечно, там вот такой армии, где там 20 рыцарей, 3, она уже противостоит, может, с трудом, 200 человек этих. Угу. Ну, а дальше, что дальше? Ну, сколько я могу накопить людей? Ну, дальше, как развиваться? На кого нападать? Объявить мне кому-то войну? Наверное, я могу сейчас. Вообще-то надо посмотреть, вот там, сколько там этого. Ну, вот он. Ха. Фирсвей. Ну, тут у них, тут, короче, один город, и тут сколько этих замков? 3-4, да, замка. Вот сейчас мы посмотрим, фракция Фирсвейн. Вот у них один город, 1, 2, 3, 4 замка. И вон у сколько у них этих самых. А, этих. Это на сегодняшний день, будем говорить, наверное, самая слабая фракция. А ну, братство. Рыцари дракона. Ну и опять мы по медведям. Ну куда вот, что за ними гнаться? У меня 200 человек отряд, я буду бегать за ними. 36 он данного. Поэтому, не, мод не сбалансирован тут, я же говорю. По крайней мере, должно быть, чтобы это самое. Чтобы деньги зарабатывать можно было. Нормальным способом. Никаких не строить этих самых, каких. Вот пендерский воитель, пожалуйста. Еще два рейнджера. Чтобы не строить никаких этих красилин нигде. Какие красильни? Война идет, ты воин, авантюрист, красильни строишь. Приехал в пендер, красильни строить. Ну смешно, короче, слышишь? О. Вот это вот. Хоть какой-то отрядик такой, 45 человек. Сейчас мы этих берсерков, когтя, к ногтю. Вон там еще бегают лесные бандиты. Ну тут же сейчас эти армии тут сумасшедшие такие. Тут какая-то армия 2900. Вон, пожалуйста, лорд этот прибрал наших этих. А ну-ка, пойдем вот этих 30. Вору ловить, вору. Тут же армии такие сумасшедшие, что я говорю, что ну никуда такие армии, что вообще. 2900, что ли? Тут я видел армию. Горные бандиты. 8, 10, 25, 30. Скорость, как у этого самого, у Су-37 нахрен. И догоняю. Ну, он пол Равенстерна пробежал за бандой. А он там вот это прыгал. Да, давай. Базарь. Все, давай. Пошли все. В атаку. Ох ты, конечно, спешатся, но их нету просто. Их просто близко нет. Давайте, конница пошла вся. Кого-нибудь, может, оглушим, и что-то у нас будет. Кирпич напал. Но на самом деле, я же говорю, что не. Надо как-то, чтобы какой-то лут был, хотя бы то, чтобы военную добычу продавать, чтобы этот лут что-то стоил. Или как-то варианты пленных захватывать. А что ж тут вариантов, умудрился 6 человек, кое-как, больше никого нету. Ну кто? Молоты, может, эти, как их, дебеновые. А так все убивают, где-то пленных нету. Ну, я не знаю. Это что, сэр Алистер наглушал, вот это наш хлеб. Потому что игра это сама по себе такая же, ну, условности существуют здесь. Понятно, что нельзя в игру перенести реальную жизнь. Ну еще такая фигня. Так что, конечно, буду искать, смотреть, что-то там придумывать это самое. Ну, думаю, что это все, конечно,
Разбойник, лесной бандит. Один 20 копеек стоит, другой 25. И я получил к известности. Ой, зато теперь от этих колготок сейчас тут наберу. Ну а. Может, на еду хватит, кто его знает. Лут. Ну как, если ты убиваешь... Вон, сколько тут их? Ну-ка. Вот сейчас. 2300. 2359 бойцов. У них 2207 пленных. Вот так вот. Когти, герои. Я же говорю, хорошую армию человек в 200 и в 300. И разгромить их нефиг делать. Ну где взять эту хорошую армию? Ее надо где-то взять. Пойдем в Пинсбрюк съездим. Так что... Не-не. Или как это можно? Ну, полный этот самый рыцарей. Полный, как его, мод рыцарей. А собираешь какие-то колготки, носки, чулки, рваные носовые платки. Торгуешь ими тут. Торгую носовыми платками. Хо-хо-хо. Так что не серьезно это, короче. Капюшоны какие-то. Ну, там набили этих людей. Да, там лошади, оружие, какая-то одежда. А мы взяли капюшон, у нас собирали. И, о, сейчас поторгуем капюшончиками. Ха-ха. Такие счастливые побежали, да. Короче, ерунда из ерунды. Все это. Ну, такие условия этого мода, и ничего не сделаешь. Все. Тут лучше пойти, вон, Буадис есть. Лучше пойти кулисы какие-то искать, там. А, у меня тут пленники есть на продажу. Или эти, как их там, всякое барахло жди, когда тебе здесь, значит, интересные слухи. Да, по имени Злуга объединяют всех Джату. Хорошо. Очень интересно. Ну, короче, так, с возвращением Бадис. Где ты болталась, непонятно. Отряд Бадис, хорошая девка, но она какая-то неспокойная. Пендерский пехотинец, охотник за головами. Это будет рейнджер-стражница, это будет воительница. Бадис, иди вверх. За дивом тут прячься. Пока Кавера тут старается, развивается, ты где-то болтаешься. Непонятно где. Воительница, разведчица, кавалерийская искательница приключений. Пендерский воитель. Наемный скаут. Пендерский мечник. Вот у нас уже есть два воителя. Такие хорошие ребята с длинными мечами. Туда не особо они, конечно, такие, чтобы сказать, что. Так, о ваших навыках я вообще-то не смотрел. Надо посмотреть. Так, 18 у нее. И мы можем дать ей. Сильный выстрел пятерку и стрельбу из лука, а то они важны. Ну сейчас мы посмотрим этого пендерского воителя, поговори с ним, расскажи мне о себе. Ну такой приличный местничек, такой средненький, конечно, нормально. Поэтому я же говорю, что не, ну так надо было подумать хорошо головой. Как это все будет выглядеть? Вот, пожалуйста, у нас тут эти Джату бегают. Может, Джату это этих бахнут. Но они сейчас же присоединятся, эта армия к ним присоединится 100%. Ну, так. Военный отряд. А где там эта армия? Вон она, эта армия. Или она возьмет и присоединится. Сейчас я догоню их от этой армии. Ну, вот демоны. А. Пожалуйста. Ну кто вот на такую армию нападет? Я же говорю, ну надо какие-то пойти создавать условия для того, чтобы как напасть на эту армию, что. А, вот все. Мы отогнали их от всех. О, а тут еще одна армия. Твою мать. 1194. Так вот на. Всего-навсего. Не догонимся за этими Джату. Сейчас мы их заджатим, попробуем, по крайней мере. Что
там объединялись, фракция объединилась в борьбе с этими армиями, ну там понятно можно было. А так ползают эти армии, по 2000 пленных, армия 2000. Эти все шарахаются, бегают, оно ползает, ползает, как я не знаю. Опять армия, да? Ну да, а, смотри. 900 человек. Ну как я могу разрамить такую армию? Мне надо отряд из, хотя бы, чтобы так тут чисто технически, отряд где-то из 200 рыцарей мне нужен. Вот тогда я, наверное, смогу это самое разгромить эту. А как я буду содержать отряд из 200 рыцарей? Донован, говорить с тобой. О твоих навыках, Донован. У тебя 15 силы. У тебя 2 сильный выстрел. Стрельба из лука у тебя вот так вот. Я не знаю, что с тобой делать, Донован. Твое снаряжение. Тебе надо лук где-то брать. Я уже всех их выкинул, эти луки. Может тебе дать вот эту сбалансированный дребящий полекс? Да давай дадим ему балансир. Может хоть что-то будет с ним какой-то толк. Это единственное, что семерка у него этого самого. Так что я же говорю, что не так. О. Шо? Все, денег нет. Кошмар, блин. Вот так вот. А куда же я делать эти деньги? Наверное, все ушло на это самое. На атаковать всеми силами держать. Не сдавать. Конница верхом. Деньги там едут, не едут. Лучники. Вот тут держать позицию. И рассредоточиться. Все. Заодно дадим команду, чтобы появятся когти, чтобы они спешились. Это эти джаты там стоят, думают что-то. Боятся, не хотят. И денег уже нету, все. Я даже не знаю, я расплатился. Я, наверное, расплатился. А сейчас, если расплатиться, я в долги влезу. Суверенный король суверенного государства. Вот так вот. Надо поехать, можно налоги какие-то повысить или что. Ну это же не смешно. Что-то они не хотят нападать. А ну-ка давайте-ка, значит, конница. Атаковать. Пехота. Атаковать. Лучники. Атаковать. Все, поехали. Или там ждать. Все равно их замесим этих джан. Ну, конечно, ребята такие жестковатые, но... Говорю, чтобы такую армию разбить, худо-бедно, я же говорю, надо, я не знаю. Ну, можно попробовать взять вот так вот сейчас полностью этих самых армий из пендерских каких-нибудь лучников или из каких-нибудь пендерских черных лучников или из рейнджера Серебряного Тумана. Значит, и вот так вот где-то на выгодной позиции просто тупо выстрелять их всех. Кого мы там убиваем? Крестьяне, новобранцы, пилигримы. Улан, правда, есть. Так а что это за отряд? Налетчик, улан. А где они? Чего не стояли? Чего они не нападали? Обычно же эти джату, как эти самые, оборванные бегут. Воевать. А это что-то они стояли, жались там, стеснялись. А ну-ка давайте гайдите сюда. Я же говорю, ну так.
Вообще-то это смешно, смешно. Так. Летчик. Так, кого тут? Боевой всадник, джат. Это мусор какой-то. 8 человек мусора. Я уж набрать могу кого угодно. Рейнджер. Пендерский мечник. Пендерский вы... А, нету денег. Ха. Соленский сквайр. Ну что тут? Дешав Дервиш. Соленский дворянин. Ну давайте возьмем дворянина. Ну остальное все крестьяне. Лучник, Рамстернский, Аполь, Дервиш, эти все, все это... Шушера. Ну вот крестьянина возьмем. Возьмем крестьянина. Готово. Управление. Ну вот сейчас этого джатийского мусора наберем. Шляпки по 20 копеек. Тут каждая копия чести. 3 копейки метр. Ну тут палочки какие-то. Ну вот это вот мы разбили армию, у которой лошади, там броня есть. А набрали этих, как его, шапочек, каких-то этих драных колготок. Ну я говорю, ну это вообще, я говорю, смешно. Лут должен быть серьезным, правильно? Ты разбил армию, тут соответственный должен быть лут. Там какой-то отряд разбил, должен быть соответственный лут. Ты там должен, у тебя какая-то лошадь должна с этих джатую подать. Я смотрю, с них лошади чрезвычайно редко выбиваются. Это копья какие-то, пособирал палки, подтащил такой. Шапочки эти, как их, кожаные. Ну, может, зачем шлемы? Какие-то там важные, или брони, зачем там эти все седла, все это, зачем это все? Там он, ну, шапочек набрал, что полегче. Да и все себе. Так, кто это у нас? Литл Диран. Ты нам так нужен, этот Литл Диран. Тоже еще один. Еще одно изобретение. Литл Диран этот. Пилигрим, Сальонский, наемный, он, 1700. Не буду никого повышать. Еще одно изобретение. Нахрена этот Литл Диран, если его до 30 уровня нельзя. Ну, он будет бегать там, что-то же говорю, выстрелит там кого-то там. Поскакал ему, пау. Литл Диран ранен. Что же делать с нашим Литл Дираном? Так, может забрать из ранее тут в сундуке что-нибудь-то продать? А ну-ка. Город. Что там у нас в этом сундуке может... Все забрать, кроме этого самого Коалиса, да продать. Денег нету нахуй. Да это же говорю, что это несерьезно. Ну и войну я объявить не могу, чтобы на войне заработать. Что я объявил? А кому я объявил? Фельдсвейну? Наверное, я могу объявить войну Фельдсвейну. Ну а тут что есть? Древковый топор. Ну давай, древковый топор продадим. Ну вот это продадим. И вот это продадим. О, это много денег. Так, назад. Все. Торговая площадь, торговец оружием. За 90 копеек. О, на 353 копейки мы продали. Ну я же говорю, не, ну это не серьезно, короче. Ну ладно, все. Поехали дальше. Сейчас поймаем какого-нибудь. Что ты хочешь? Я вин. А я, ну, мне нужно идти. Ну, то и слава богу. Бегать он. Думал, что мы на него... О, ну, я же говорю, он. Ну, хорошо, как его тут? Сколько их там? Бегает этих гор. 877 человек. Ну, 9 странствующих героев, 22 вроде берсеркера, 14 шаманов, воинов, 300 человек, налетчиков 174, ну и всякое остальное швали там. Что они нас собирали? Равенстерские всадники, сквайры. Ага. К ним, наверное, рыцари присоединяются почему-то. Да, не отступники, правда, да. Присоединяются к ним. Вот странствующие рыцари у них есть. Вековийские кони. Ну, я говорю, хорошая такая. И шу. Эти бегают у нас. Бежит. Прячется от них. Ну, не знаю. Кому-то войну надо объявлять. По-другому не выживешь. Сколько тут? 2600. Ха, стоимость 19 тысяч. Где эти 19 тысяч набрать сейчас? Надо какую-то армию разгромить. Поедем опять к нашим сингалийцам, вот этим любимым. А что ж делать?
мод не сбалансированный. Да не будем мы никого тут сейчас это самое повышать. Сколько? 995. Нормально. 995. Бегай, демона. Да 995 демонопоклонников в какой-нибудь стране так бы бегали какие-то. Да это ж вообще, я же говорю, это... Все, страна развалилась. Не, бегают здесь. Никто не... Ну, кто их побьет? 900 человек. Кто? Чтоб собралась там армия, государство побило. О, экспедиционные силы. Миттенхайма. Я могу, наверное, их побить, эти экспедиционные силы. Так, ну относительно, я так думаю. Так думаю. Ну, примерно по этому самому. И что? Выпадет с них драные колготки. В плен попадет 1,5 человека. Будем ловить воинские или каких-нибудь, не знаю. В общем, все не очень хорошо. Вот там бегают. Или 20 человек, или 1000. Средних значений не было. Не, еще есть 200. Экспедиционные силы Миттенхайма. С них выпадет левый носок рваный. О, смотрите. Смотритель и шериф. А ну поговорим с этим шерифом. Что он там? А ну расскажи мне о себе. 185. Ничего, можете идти. Вообще можете идти. Навсегда. Не хочу я больше вас видеть. За 45 копеек какое-то это самое. И что-то и как эти захватили. Дыша. Вот. Кто там-то? Кто и в Энскере пропали? А, вот они. Фермеров атакуют. А ну-ка. 109 в Энскере. Ава. Есть. Откуда они столько набрались этих в Энскере? Сейчас сначала этих, потом этих догоним. Отстань, отстань, патруль. Это моя добыча. Оба 60 красных братства. Атаковать. Так, все, все вперед сразу. Ух ты. Там конница. Верхом когти. Спешится. Да что ж такое, Аня? Аня, она тут кнопку нажала. Ну ладно. Это не страшно, это не помешало. Ну значит все, надо посылать только одну пехоту свою вперед. Сзади в черном теле. Потому что сейчас они убьют этих воинских и все. Лучше бы я, конечно. Да, так оно и будет. Будем свою пехоту посылать вперед. Выдвинем вперед пехоту с этими самыми, с мечников и все остальное. И, а конницу, значит, назад. Все. Ну, три крестьянина и три воинскири мы взяли. А, ну крестьян некуда брать, хорошо. И вот три воинскири мы взяли. А, все. Троих. Все, еды нету. Назад, уйти. Едем в Аланбрей. Ну, там еще тоже воинскири. Аланбрей.
Рамстер, что такое? Ну давай, иди, Рован. Классный ты был мужик. Ага, Рамстерн объявил войну Дешар. Отлично. Не знаю, насколько это... Вообще-то я не знаю, насколько это отлично и вообще. Ага. Может и не отлично это совсем. Так, на Торговую площадь. Отличный и беновый. И у него прям одноручный. У меня двухручный одноручный. А у меня есть одноручный и беновый. У меня сбалансированный. А. У меня лучше даже есть одноручный. Назад. А, мне не надо этого ебеного всего. Вот сейчас мы набираем вот этой рыбы. На все деньги. И этой пшеницы. Все. И этим будем кормить свой отряд. Дадим за это 800 копеек. Уходим. И валим мы, короче, за этими ванскери. Я же говорю, и сейчас мы поднимем вверх к нашим этим самым, к нашей пехоте. Мечник. 5 воительниц. Вот эти вот. Вот сюда. На. Крестьянин пендерский. Так, ну это все. Хуйня за головами. Рейнджер. Пендерские мечники. Все, пока что никого не будем больше. А, тут и нечего уже повышать. Все. Вперед, 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 вперед. Вот. Красное братство. 60 человек красного братства. Все. О. На монаха пилигрима. Мы натолкнулись на него. Монахи пилигримы вечно под ногами мешаются. Вот шабаши еретиков. Вот и армия. Аж так каких-то там 890. Что они вмешиваются? А, скотины еретики. Скотины. Просто скоты. 894 человек. Айгрим пожиратель бегает. Реверанты. Павшие воины. Я вот денег не заработаю из этих пожирателей. Пожирать всю. Так, где эти воинскери? Пожиратель. Я говорю, ну такую армию разрымить. Ну как с армией даже в 200, даже в 300 человек разрымить такую армию? Это надо иметь армию, короче, такую серьезно прокачанную. И за нее надо хорошо платить. Да, да, сейчас приеду, жди. Отпутник, опять еретики. Какие-то демонопоклонники, еретики. Где эти, как их называют? Там было, шо ты хочешь? Да ты только что пришел, скотина такая. Иди отсюда. Тут было сотня воинскери, эти деньги там бегают уже. Ну тебе нахрен этот Донован. Больше не буду его брать пока. Куба, сингалийские мочалки. Вперед, 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 вперед. Догнать. 18 сингалийских жаб. More blood. 41 солдат. Принять план. Продолжить. Сколько ему отдал? Что ему отдал? 57. Так. Миньон, поклонник, сквайр, отступник, искательница, кавалеристка, воин ванскери, наемный сержант. 5 человек. У меня не было их. Рейнджер, отступник из Орлеона. 900. Байгрим. Ах ты, суки, сучки, навели меня на Игрима, да? Все равно этих солдат гною. Я не знаю, как их прокормить. Ничего, я вас там подожду. Ну, сейчас прибежите. Же вам, у вас мамки на сиськах, да? А, ну, сейчас я вам. Сука. А их грим этим. А, стой, стой. Хопа.
Хопа, 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 хопа. Надо хоть посмотреть, сколько. Стоп, сколько их там? 48. Их сотня, да? Хорошо, сейчас мы. Что у нас там с отрядом? Ага, денег нет. Ну, держитесь. Да, не буду я никого сейчас обновлять. Это сам. Давайте, давайте. Опа, есть. А, да, давай, 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 давай. Сейчас я вам отомщу за Эргрима. Так, все. Значит так, лучники. Будут держать позицию. Когти. Спешится. Конец. Вверху. Пехота. А, они уже едут, да? А ну-ка, конница. Сейчас. Сейчас. Вот так, атаковать конница. Все. Да блин. Труба, а что там походный сундук? Взяли, перебили. Встаешь, чини, а? Все, отстоялось. Так. Пехота, атаковать. Лучники. Атаковать, кухни, атаковать. Все атаковать. Давайте, давайте. Да не надо их убивать. Убивать не надо. Надо их. Вот так надо. Показывай. Так, кувалда, кувалда. Кого нет кувалды, пусть отступят. Так, сорвались, там молодец, он там. Судорожно, судорожно надо заработать на жизнь, иначе мы пропадем. Сбагрили. Ай, гриму 40 ртов, или сколько там голодных. Так, идите вы. Ну, взяли его. Сука. А, вот он, вот он. Твою мать, ну. Когда надо было и Рима вот так вот саблей, это никого не надо. Пожиратель, пожрешь ты меня, Эрим. Подожди. Я все равно что-то придумаю. На. Сингалийская лошадь. И короче, тут получится так, что сейчас если Равенстен начнет бить и этот самый. Ох ты, как мне твердая задница в этой лошади. Если сейчас начнут драться, они, может быть, друг друга позахватывают, потом я смогу что-то захватить, где-то выцепить. Тут же еще этот Царлеон. Потому что я же говорю, что мне надо развиваться как-то. Как я буду развиваться? Я не могу армию содержать. Молоты нужны, молоты. А где этих молотов? Значит, надо эту группу свою в это самое выделять вот в группу всех этих людей. Свою бригаду в группу и все. Что ты лошадь? Ну и что ж это бегать с этой кувалдой, что то? Все, победили, ага, победили. Молодцы. Ранено 14 человек из сотни. Хрилин Адышар у нас есть. Отлично. Соблазнительницы, копейщики. Сейчас опять рваные колготки. Соблазнительницы. Потертая. Сингалийские. Потертые сингалийские колготки. Так, ладно. Ну тут хоть, слава богу, хоть что-то. Хоть что-то. Хоть может там какие-то копейки будут. Мне надо 19 тысяч, а не какие-то копейки. Вот так вот. Уйти. Сейчас я ухну в долговую яму. Готово. Давай все на. Посетить таверну. Где этот? Работорговец Рамон. Может вас заинтересовать. Что там тебя может заинтересовать? Значит, невообразимо. Сложно здесь заработать денег.
Если, наверное, можно же эти каких всякие делать, как их называют. Красильни, шмасильни. Там все это фигня. Я же говорю, ну как, ты авантюрист, прибыл в Пендер там туда-сюда, потомок этих императоров, красильни тут строишь. Твою мать, фигня какая-то из фигни. Абсолютно. Ну, наверное, шо? Дайте подумать. Так, шо? Да сколько есть? Ну, это, наверное, такой современный авантюризм. Значит, это самое. Авантюрист, который построил красильню в Пендере, охваченная войной. И красит там что-то. Красит и продает. Красит и продает. Не знаю, что там можно красить и продавать. Так, поехали дальше. Что у нас там с деньгами? С деньгами у нас 5800. Значит, нам надо еще каких-нибудь засранцев, которых мы можем побить. Быстренько. Быстренько побить. Получить где-то бабло. Ну и что не по, к повышению. Сейчас я эти 5800 потрачу на этих дураков. Давай, вот этот замок Нутар. О, одержав победу, вы получили звание боевой мастер, увеличили тактического навыка плюс один. Ой, там меня надо, да. Оба, есть, есть, вот они наши красавчики. Так, продолжить. Разместить гарнизон. Фридли, найди, погуляй. Солёнский сквайр. Искательница приключений. Пендерский мечник. Ну, я не знаю, ну, по 40 копеек. Это дорого, дорого. Так, все круче. Нападаем на них, нападаем и все. Без разговоров. Куда ты побежал? Куда ты, мочалка? Стой! Да стой, я тебя люблю, стой! Давай, ну. Шо? Да стой, эти стихи почитаю. Хорошие стихи. Тебе понравятся, давай. Верхом когти спешится. Лучники держать позицию здесь и рассредоточиться. Где они там едут, да? Конница. Атаковать. Пехота. Атаковать. Когти, стойте. Спешиваемся. Кувалда, кувалда, кувалда. Лучники атаковать. Когти тоже атаковать. Расходи. Страшно, аж жуть. А вон они там скачут. Ну, давайте. Ся. Скачет. Сейчас мне могут копьем, правда, ударить. Собака такая. Сабли. А мы сейчас пойдем и там спрячемся. И все. Ух ты, скотина. Стрелять в него.
зачем вас тренировал тут? Стрелять, убивать. Ух ты! Да, не... Не понял, почему я не достаю дома? Сейчас. Рискну, но... Пендерские воители, чуваки, все. Вот если бы у них молоты были, цены вам не было, пендерские воители. А так, шо вы с этими мечами? Конечно, это хорошо, когда есть деньги. Иметь ребят, которых убивают. А так, не. Классные эти пендерские воители. Продолжить. 26 это неплохо. Да что ж такое? Соленский сквайр. Кавалеристка. Рекрут, охотник, торгового каравана, наемный воин. Все. Только что сбавили эти самые управления гарнизоном. Лучше этим лутом. Только что сбагрили этим аэриму пожирателю голодные рты. Уже набрали опять. Уйти. Замок Дом Гундерс. Так. Прям в этот самый. В сигнал. Повышать никого не будем. Пока нету денег. Оба. Ищу. Это у те мочалочки, что у нас к аэриму привели, да? Сучки. Ну ладно. Мы ждем вас там около сигнала. Давайте. Бегите за нами. О, у нас уже не 19 тысяч, а 15 900. Мы отдали самую дорогую часть. Самую дорогую часть вырвал у нас Айрим. Бойцы готовы к повышению. Так, посетим таверну. Так. Наемные всадники. Хорошие ребята, наемные всадники. Вас заинтересовать. Всадники, соблазнительницы и копейщики. 10 штук. Нам надо еще 5. Надо еще какую-нибудь армию разгромить. И это только чтобы заплатить за армию. А еще и кормить надо. За содержание. Я же говорю, мод здесь фигово в этом плане продуманный. Шо? Кого там? А, у него денег нет вообще. Он там думает, что-то будет. Что ты там будешь думать? Думать. Ага. Разными товарами. У этого много денег. Здесь, я думаю, сейчас этими разными товарами. Еще товаров разных прикупим. Угу. Все. Так, что у нас тут? Виноград, капуста. Пшеница. Все. Назад. Уйти. Что мы имеем? Имеем мы 12 штук. Нам надо еще 4 штуки. 4 штуки. Нам надо еще кого-то разгромить. Еще кого? О! Сингалийцы. 183. Хопа. Все. Ну, наверное, думаю, на этих ребятках я заработаю бабла.
Сейчас я подниму, короче, этих своих, ну, деньги есть, я сейчас их всех по это самое повышу. И, короче, сейчас я им валю нахрен, этим соблазнительницам, садникам. Да. Ну да, это все будет, да, конечно, но уже это будет в следующем видео. Заодно я и подумаю, что же, в общем-то, делать дальше. Да, пока что все.